Всем привет, ребят! Ну что, мы сегодня с вами будем пробовать улучшить наш результат на Архидемоне. В принципе, ничего там особо не поменяешь. Единственное, можно было бы докачать 14 скиллы героям, но особо они прибавки не дадут. Мы сейчас это проверим, попытаемся, по крайней мере, проверить. Я вам уже показывал свой состав предыдущий, каким мы били. Мы вернули сюда Огника. Единственное, что мы сейчас здесь поменяем. Так, где там у меня по героям? Тыковку мы оставим такой же, то есть тыковка остается такая же. Дальше стрелок собран. Огник. Спанчбоксом собран. Тут у нас будет однозначно крок. Так, ведьму надо будет как-то докачать. И здесь у нас поменяем, попробуем обратно же волчонка. Сейчас единственное, я зайду на супер пэта. И гляну на волчонке, что на нем стоит. Ну, крит дамаг. Ну, у меня они все на уклонение собраны, в принципе. Надо будет их как-то попрокачивать. Так, окей. В общем, здесь мы с вами собрались. Забрали плюхи, поехали. Попробуем первый тест. 1647. Смотра нет. Мы стартуем все так же с тыковки. То есть мы не меняем... Ой, сказал, стартуем с тыковки. Убрал всех нафиг. Я так ставлю, чтобы она первая была. Дальше у нас будет идти сразу следом огник. Где там наш огник? Чтобы он сразу включился. Потом, кстати, можно попробовать, чтобы быстрее вот эти набирали. Хотя, в принципе, там доля секунды, но как вариант. Самое главное выпустить удачно в ноги, я это уже показывал. То есть самая основная проблема — это старт на сегодня. За счет старта очень многое теряется. Вот видите, разгоняется чуть-чуть замедленно. Надо, я даже не знаю уже, что делать. Надо будет попробовать сейчас перед ним выкинуть. Может, это поможет. Кто его знает. В общем, смотрим. Здесь, по сути, 2-3 секунды могут многое решить. Смотря как оно зайдет, все. То есть тут уже больше рандом. Максимум, что вы здесь, ну, 50 миллионов можно поднять еще, я думаю, за счет прокачек. Но опять же, стоимость тех прокачек, ну, никак не будет окупать себя на Архидемоне, потому что на нем плюхи, ну, по сути... За первое место 6 как Лукул. А что такое 6 как Лукул? Это вообще ни о чем сейчас. Если раньше это было вау, трэш, все гнали за кулаками, то на сегодня эти награды вообще нафиг не нужны, по сути. То есть это чисто так. Ну, для бездоната вот единственный вариант. Но опять же, что здесь может сделать бездонат? Я бы здесь сделал, например, градацию там по силах. Вот у человека 200-300 к силы. Это одна группа там свыше, там это вторая, чтобы хоть как-то распределить донаты, не донаты. Может было хоть какое-то и плюхи какие-то поменять, но вы знаете прекрасно, что HG на это все не идет. Пофиг. Где-то плюс-минус тот же самый результат. Единственный вариант — это попробовать поднять скиллы химки, поднять скилл укротителю, чтобы они побольше
возможности нам давали, но сейчас посмотрим. Четыре секунды. Ну, может повезет. Улучшим немножко результат. Кто его знает. Тут очень много факторов. Шестьсот десять. Такой же результат, как мы, в принципе, у нас был 647, как мы набили первый раз с этим. Без питомца, без вульфика. Ну, поехали еще разок попробуем. Панчбокс. Панчбокс, он тоже классный. Тут без панчбокса бьют чаще, нежели этот питомец крок. Поехали еще разок потестируем. Стартанул я уже с огника, а не с тыквы. Ну вот, кстати, вот следующий у нас тест. Мы сейчас посмотрим на разгон и какая разница в уроне будет в итоге. С тыквы старт и старт с огника. Я что-то задумался на огнике, только что стоял и нажал на него. Ну, это такое. Заодно будем знать, с кого лучше. Ну, естественно, с тыквы лучше стартовать, потому что все-таки она дополнительно получает удар от архидемонов. И, соответственно, она разгоняется быстрее. Ну, посмотрим, что в итоге получится у нас. Интересно. Так, ну что, давай, рандомчик, удиви нас. Вот было у нас, мы на 56 секунде, то есть видите, пару секунд мы уже проиграем, то есть я думаю, где-то здесь мы 1.5 набьем. То есть 1-2 секунды потери в начале, это 20-30-40 миллионов потом в итоге на окончательном результате. То есть вот так вот. Двадцать три секунды, ну плюс-минус, я вам скажу, особо чтобы была разница. Одна секунда, она очень многое зарешает. Ну вот, 20, получается 20 миллионов разница у нас из-за того, что мы стартанули с огника. То есть плюс-минус вот это вот, оно все вот эти нюансы не играют потом в окончании роль на ваш результат. То есть вы, получается, разгоняетесь на секунду-две медленнее, и, соответственно, потом в итоге вроде и они все одинаково бьют, ну, условно одинаково, но разница будет, потому что вся сейчас суть
весь результат у вас зависит от разгона. То есть как быстро вы разгон возьмете, точно так же вы потом в итоге получите результат. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.